Всем привет! Сегодня будем с вами тестировать смесь для выпечки блины кружевные. Целых 700 грамм в упаковке, хватает на 40 блинчиков, как здесь заявлено. Здесь по схеме нужно добавить молока теплого именно, 40 градусов, 1300-1400 миллилитров, 5 столовых ложек растительного масла. Так, я уже все приготовила. Молоко. Масло подсолнечное, миска, где будем все смешивать. Ну и также протестируем с вами ковш. Вот такой тоже из фикс-прайса я покупала. Я его уже испытывала, мне понравился. Даже мы жарили в нем, поэтому ничего не пригорает. Отличный ковш. И покрытие осталось таким же, неповрежденным. Будем в этом ковшике греть молоко. Я не буду использовать всю смесь, половину примерно. Высыпаем сразу в миску. Давайте я вам быстро прочитаю состав этой смеси. В состав входит мука пшеничная, высший сорт, сахар, яичный меланж сухой, соль, разрыхлитель теста, регулятор кислотности, кислота лимонная, ароматизатор ванилин. Все, не содержит ГМО. Понравился мне состав, поэтому купила. Итак, я уже насыпала половину этой смеси, чуть больше половины. Теперь нужно подогреть молоко вот в этом ковшике. Буду использовать примерно 600 миллилитров. Надеюсь, что хватит. И буду греть. Итак, молоко я уже подогрела. Ковш справился отлично. И, кстати говоря, он не пахнет при нагревании. Отлично справляется со своей задачей. Итак, выливаем какую-то часть молока. Ну и, конечно же, перемешиваем. Смесь мы более-менее размешали и добавляем масло. 2 столовые ложки. Тесто у меня уже готово. Посмотрите, какое должно получиться, какой консистенции. И также вот посмотрите ковш, все с ним в порядке, отличный ковш, мне очень даже нравится, ничего не пригорает, можно и жарить, и варить, и греть что-то, супер. И теперь будем жарить наши блинчики кружевные. Вот такой блин получается. Действительно, как кружевной, да, выглядит? Да. Детям самое главное понравилось. Это уже второй. Первый блин, как всегда, комом у меня получается. Ну, как вкусные блины были? Да. Детям очень понравились блинчики. Наверное, еще буду такую смесь покупать. Мне понравилось. Очень даже неплохая.